Друзья, всем привет! Сейчас буду вот есть гренки вот с кленовым сиропом. Вот такой вот кленовый сироп, видите? И буду все это запивать молочком. Вот, кленовый сироп я буквально для себя недавно открыл. Ну, попробовал его где-то первый раз 2 дня назад. Вот, до этого ни разу не ел. Я знаю, что в Канаде любят именно очень кленовый сироп. С оладьями там делают кленовый сироп. Вот и здесь у нас тоже, видите, написано. Сироп десертный кленовый. Состав давайте почитаем. Сахар. Вода питьевая очищенная. Глюкозный сироп. Экстракт кленовый. Блин, да фокусируйся ты, зараза. Друзья, не фокусируется камера. Сейчас настроится фокус. Блин, что-то с камерой не хочет настраиваться. Ну вот, вот так тут видно. Сахар, вода питьевая, очищенная, глюкозный сироп. Экстракт кленовый. Стабилизатор, бланоза, ароматизатор. Краситель, карамель. Регулятор кислотности, аскорбиновая кислота. В общем, такая бутылочка, 250 миллилитров, 300 грамм тут. Вот видите, написано сироп кленовый, разнообразь вкус. Вот, в общем, друзья, сейчас будем с вами кушать. Лизочек, ты хочешь гренки? Лизочка, я здесь. А конфет нету, я посмотрел. Я посмотрел. Я хочу сама. Ну ты сама посмотри, посмотри. Я смотрел, там нет. Нет? И тут тоже. И тут тоже нет. Ну сейчас я тебя открою. Ладно. Так, друзья, возьмем молоко. Вот такое вот молоко. Вот, вот так выглядит такое молочко. В общем, сейчас будем с вами кушать. Да, будем с вами пить. Так, возьмем кружечку. Нальем молочка. Так, там в холодильник поставим. Возьмем кленовый сироп. Сейчас, друзья, ладно, давайте сейчас по-другому немножко сниму. Так, налью в чашку кленовый сироп. Такой вот кленовый сироп. И будем, короче, греночки с кленовым сиропом и с молочком. Все это дело кушать. Вкусненько. Так, отопьем молочка. Такая вот греночка. Макаем сироп кленовый. Вот так он стекает. Ну, вкусно. Друзья, вот по вкусу даже не могу, на что похож кленовый сироп. Ни на что не похож, свой вкус такой своеобразный. Ну, есть даже какой-то привкус дерева. Вот, но он такой приятный.
сладкий, очень вкусный. Не попробуй бы на такой настоящий кленовый сироп, да? Канадский. Может, он как-нибудь отличается по вкусу, а может, точно такой же. Вкусно очень, друзья. Очень балдежно. Гренки с кленовым сиропом и молоком. Такая вот греночка. Зажаристая. Запах чудесный. Ароматный. Балдежный запах. Вкусненько. Очень вкусно, друзья, вообще тема классная. Я говорю, я буквально 2-3 дня назад попробовал только в первый раз этот кленовый сироп, до этого ни разу не ел. Он мне сразу понравился. Друзья, я уже в Москву уезжаю. 8 часов у меня поезд, 8 вечера. Не очень хочется ехать, конечно. Ну, придется. Классно, вкусненько. Кленовый сиропчик. Такой, видите, он по консистенции похож на жидкий мед, но правда мед немножко погуще, а этот более такой, более жидкий, более жидкая консистенция. Классно. Очень вкусненько, друзья. Очень вкусно. В общем, друзья, так немножко перекусил, вкусненько. Вот, сейчас в интернете немножко посижу, а завтра уже буду собираться в дорогу. Уже надо будет ехать. Опять Москва, опять работа. Деньги ж надо зарабатывать. Правильно? Правильно, друзья? Так. Смотрите, сколько у меня подписчиков. На данный момент у меня 651 подписчик.
Блин, мало, конечно. Шестьсот пятьдесят один подписчик. По поводу подписчиков могу сказать, что очень медленно прибавляются. Бывает период времени, что, ну, допустим, неделю может вообще ни один человек не подписаться за неделю. Конечно, темпы роста моего канала очень маленькие. 651 подписчик. Это очень мало. Ну, это получается, друзья, знаете, сколько? Сейчас. Это получается за 2 года. Но канал я давно свой создал. В 2010 году, но я не снимал. Снимать я начал только в 2015 году. И вот получается... Это еще меня не было. Нет, в 2015 году ты уже была, ты родилась в 2013, Лизочка. Мне пока это не было. Тебе в 2015 году было уже 2 годика. Ты же в 2013 родилась. Да. И вот тут, друзья, это результаты за 2 года. За 2 года 651 подписчик. Конечно, это очень мало. Много. Мало, девчонка. Почему? Сколько у тебя подписчиков? 651. Мало? Ну да. Не, а у меня много подписчиков. У тебя много? Да. У меня много подписчиков. Делаем больше. Много подписчиков. Если убираем подписчиков, постелили пиво. А сегодня много у тебя подписчиков? Нет, еще мало. Скажи что-нибудь подписчикам. Нет, хочу кукурузу. Сейчас я открою тебе кукурузу. Кукурузу. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, всем буду очень рад. А пишите комментарии. Канал? По возможности каждому отвечу. Канал у нас Мистер Баняша называется. Смотри, сколько времени. На часы посмотри. Смотрю. Лиза. Вот мои часики. В общем, друзья, всем счастливо, всем пока и до свидания. Увидимся.